Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Денечка, поздоровайся с своими друзьями! Что надо сказать, Денис? Вы на канале? Сегодня у нас очередная развивающая игра. У нас есть арголит. Кладем пока сюда. У нас есть кнопки, которые Денис маме только что отдал. Вот они, кнопочки. Мы сейчас их расположим на арголите, а потом будем выкладывать их в форме геометрической фигуры, а Денис с мамой будут одевать на них резинки. Поехали? Мы пропустим момент, когда мы кнопки втыкаем. Друзья, мы сделали заготовочку. Вот такая у нас заготовка. Это очень похоже на Геоконд Фаскобовича. То есть, если у вас, вы не хотите тратить деньги, вы можете из обычных кнопок или листа арголита сделать. Давайте квадрат делаем. Одевай резиночку. Мама, помоги Денису. Поучаствуй. Не могу. Денечка, давай, одевай квадрат. Давайте большой сделаем квадрат. Небольшой сделаем квадрат. Давайте, вот который в серединке, например. Дэн, давай резиночку на кнопки оденем. Смотри, у нас какая фигура получилась. Квадратик. Какого цвета он? Розовый? Смотри, давай теперь возьмем зеленую резиночку и сделаем прямоугольник. Давай, одевай вот сюда. Помоги папе. Помоги папе, держи резиночку. Так, давай. Не, зачем ты натянул так? Давай, одеваем. Давай, вот сюда одеваем. Держи ее. Одевай вот на эти кнопочки. Одевай. А, ну, давай, Дэн. Нет, не, ты не вытаскивай кнопки. Ты не надо вытаскивать. Смотри, держи резиночку. Держи резиночку. Так, взял? Давай. На кнопочку одеваем. Молодец. Дэн, а теперь давай натянем ее. Давай. Давай вместе с папой. Давай я переверну, чтобы тебе удобнее было. Давай. Давай на все кнопочки натянем. Натягивай. Оп, оп. Ой, одна кнопочка соскочила. Вот, друзья, у нас получился прямоугольник зеленого цвета. Какого цвета прямоугольник? Какого цвета прямоугольник получился? Зеленый. И давайте, у нас еще есть желтая резиночка. Мы сейчас желтой резиночкой сделаем треугольник. Давай, я верхнюю часть натяну. Диня, давай теперь мы ручкой в разные стороны растащим. Треугольник, в отличие от квадрата и прямоугольника, не 4 угла, а 3. Динечка, держи. Так, Дэн, взял? Давай, тяни. Тяни. Оп. На кнопочку. Опа! Что у нас там вместе получилось? Это совместный квадратик. А это? Треугольничек. А это прямоугольник. Треугольник у нас, правда, совместно творчеством получился, папа и Денис, вот такой вот желтый. Это, в принципе, то же самое, что Геоконд Фаскобович, но сделан своими руками, мы уже говорили об этом. То есть, если не хочешь тратить деньги, можно сделать самостоятельно из кнопок куска арголита. Денечка, давай еще раз фигурки с тобой повторим. Квадрат, прямоугольник, треугольник. Желтый — это какой у нас? Какая у нас фигура из желтой резиночки? Треугольничек. А где квадратик? Покажи. Покажи. Где квадрат? Где квадрат? Где? Это треугольник. А квадрат где? О, у нас развалился прямоугольник. Друзья, у нас прямоугольник перестал быть прямоугольник, потому что у нас влетела кнопка. Где квадратик? Дим, покажи еще нам. Где квадрат? Это был прямоугольник. А где квадрат? Вот он. И треугольник желтый. Где он? Правильно, друзья, вот такой нехитрый, не таким нехитрым способом мы сделали нашу ручную игру Геоконд Фаскобовича. Мы сегодня показывали вам очередную развивающую игру, в следующий раз будет что-то новенькое. Ну а на сегодня мы прощаемся с вами, это был канал Baby Go, подписывайтесь, ставьте на пальцы вверх, пишите комментарии, до новых встреч, друзья! Пока-пока! А пальцы вверх! И все? И поцелуй. А ты не дошел, Дин.